этом году у нас участников приезжих 72 человека. Но у нас город поющий, поэтому в целом больше 150 человек принимает участие в этом фестивале. Во-первых, это фестиваль в родном городе лично для меня. Вот. Во-вторых, здесь атмосфера прикольная после того, особенно как появились вот эти гитары по кругу, ну вот именно вечер гитары по кругу. Вот это пространство, которое специально организовано, оно дает эффект вот как раз вот этой, вот это уникальный эффект, который дает фестиваль. Эх, раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Мне очень нравится, что здесь очень много молодых исполнителей. Есть ребята, которые, ну там, нашего возраста, есть даже младшие, гораздо младшие. Есть примерно наши ровесники, там, ну или чуть старше. Вот. Мне вот это очень нравится, что вроде бы как авторская песня, она не настолько популярна, там, допустим, как тот же там рок или рэп в молодежной среде. Но, тем не менее, ребята любят, играют и делают это мастерски. Первый раз я сюда попал в 2000 году. Основатель этого фестиваля Николай Бородин и его жена Светлана Васильевна. Вот, мне вот очень дороги и в смысле фестивальном, я их воспринимаю как своих родителей. То есть сюда я приезжаю домой. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно, нынче в нашей фауне равны все поголовно. Это очень трепетное отношение к личности Высоцкого. Личность, которая требует поддержки любви народной и не грязи, а как раз вот этого трепетного отношения как к человеку искусства, как к человеку, сколько он сделал и прожил в искусстве, передал это искусство для будущих поколений. Замечательно, что дети с молодых лет знакомиться с его творчеством и несут его по жизни. Вот это фишка, это потрясающая фишка. Мой хрип порой похожим был на вой, и я немел от боли и бессилия, и лишь шептал: спасибо, что живой. На 30-й планы есть? Есть, есть. Открывать. Есть планы. Ну, раскрывать мы шибко не будем, конечно, пока. Давайте проведем 29-й. А так, да, собираемся, конечно.